Контейнер вмещает 250 килограммов вещей, одежда и обувь оттуда достаются дважды в неделю. Затем отправляется на сортировку и дезинфекцию. Десятая часть сдается в благотворительный магазин Dunk & Shop. Вырученное средство переводится на счет фондов и общественных организаций. Остальная одежда достается малоимущим и обездоленным совершенно бесплатно. Помочь людям не так сложно. Можно просто посмотреть и собрать вещи, которые вы уже не носите, и передать в наш фонд, и мы уже сами сможем помочь благотворительным организациям. Мы знаем, кому что нужно. Мы сотрудничаем с более чем 30 организациями в нашем регионе. Вот. Плюс прибыль нашего магазина, она пойдет на проекты, поддерживающие детей-сирот и выпускников детских домов. Калининград стал вторым городом в России, в котором появились такие контейнеры. Опыт социального бизнеса оказался успешным, подчеркивает Андрей Громанюк. В скором времени в городе появится еще 5 подобных контейнеров. Оставить вещи в них можно в любое время суток.